Всем привет! Приветствуем вас на финале конкурса «Вкусный Новый год». Первый, который проводил утренний канал. В состав компетентного жюри вошли ведущий утреннего канала и кулинарного шоу «Это вкусно» Николай Каманцев, доцент кафедры технологии производства общественного питания Ольга Мацикова и ресторатор Карен Саркисович Памбукчан. Кроме профессионального жюри, есть у нас и свой независимый эксперт, постоянный зритель утреннего канала Карина. Присаживайся на место, Карина будет оценивать красоту вкуса, скажет, нравится блюдо или не нравится. Первой финалисткой стала Юлия, поддержать которую пришли муж и сестра. На конкурс Юлия приготовила салат «Снеговик». Делаюсь из продуктов, которые находятся всегда в холодильнике, быстро, буквально за полчаса. Я первый раз вижу волосатого снеговика. Это все оригинально. Это креативно. А мне интересно, с косточками пуговицы или нет? Очень веселый и оригинальный снеговик. Теперь пришло время пробовать снеговика на вкус. Сочетание продуктов очень нежное получилось, ну а форма, конечно, отличная. Мне в этом салате не хватило какой-то изюминки. Хотелось бы сюда какой-то легкий экзотический акцент. Я скажу, что нормально. Это, по-моему, самое идеальное для Нового года. Следующими участниками конкурса были Наталья и Константин, которые приготовили блюдо «Новогодний зверек». Две овечки, в принципе, делал я, одну овечку делал Наташа. Ребята признались, что никакого отношения к кулинарии они не имеют. Оба они инженеры. Тесто с какао. А получается, блины сладкие же будут, да, тогда? Да, все сладкое. Разобравшись с ингредиентами, судьи оценили блюдо на вкус. В принципе, как вот такую оригинальную идею для домашней хозяйки можно использовать для того, чтобы удивить своих гостей? В целом, как художественное произведение, я считаю, очень достойно и... Вот я смотрю на эту овечку, одни только веселые позитивные нотки. Мне нравится. Третьей финалисткой оказалась Анастасия, которая пришла на конкурс вместе со своим парнем Ярославом и другом Максимом. Кто помогал готовить? Помогал Максим. А Ярослав? А Ярослав бегал за продуктами в магазин. Сбалансированный, в меру сладкий, ощущается шоколад, наверное, молочный, да? Ну, а для себя я открыл то, что это можно кушать и в холодном виде, и в горячем. Вы вчера готовили, наверное, да? Если бы он был сегодняшний, утренний, он был вообще суперский. Так он видно, что очень хорошо сделано. Мне нравится. На перемене в гимназии я бы съела целых 5 штук. Пока жюри совещалось, блюда оценили финалисты и ведущие утреннего канала. Да, мне понравились маффины. Я готова съесть все, мне все понравилось. Салат был самое то. Очень сложно будет жюри выбрать. И вот он, решающий момент. Бронзовый призер получал VIP-карту в кинотеатр «Октябрь». Третье место. Единогласно мы присудили салату «Снеговик», автор Юлия Киселева. Спасибо большое вам. Самым оригинальным кулинарным экспериментом стали блинчики «Новогодний зверек», автор Натальи Давыденко. Подарочный сертификат на ужин в нашем ресторане я хочу вручить вам. Молодцы вы. Спасибо. Первое место отдаем Коробовой Анастасии за блюдо «Маффины», подарок для Санты. Молодец! Современная мультиварка ваша. Конкурс «Вкусный Новый год» завершен. Все финалисты получили призы и остались довольны. Ну а утренний канал в новом сезоне готовит новый конкурс.